Добрый день, любители рыбалки. Приехали на речку, и тут очень много травы. Но так как я говорил в прошлый раз, что много рыбы пришло из-за травы, поэтому взяли с собой такую приспособку. Это реально классная штука. Это трава, которая нам будет мешать, за которую цепляется наш карпики крыс. И не поймешь, что это будет. Своими грабельками мучиться. Уже даже не видно, где. Рында кажи с маком. Ручку-то держи. В воду заходить не хочется. Чего там только нет. Турки.
что-то и на развод оставить. Смотрим, если ночью будет цепляться за траву, придется опять чистить.